нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собою, чтобы песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Юра, с нами Борис. Они когда напьются, всегда поют на бис. А мы им аплодируем, но песни их давно приелись. А мне нравится. Но им попробуй что-то возразить, мордой по асфальту тебя начнут возить. А да ну их всех, ребята, пойдемте лучше к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве немецкий и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Юля, с нами Илья. Он хитро улыбнулся из-под нижнего белья. На то причины веские, наверное, у него имелись. С нами Валера. У нас у всех, представьте, все в порядке с чувством меры. Но в этот вечер почему-то все решили двинуть к Элис. И кто-то спросил: а что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Кто такая Элис? А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. Все, кто к ней нашел дорогу, все потом куда-то делись.